Всем привет, с вами диджей Котик, и это игра Synergy. Сейчас попробуем заценим новую игру. Так, что у нас там? Пролог, сюжет, песочница. Пролог — важная часть игры. В нем вы познакомитесь с игровыми механиками и убедитесь, что ясно представляете стоящие перед вами задачи. Окей, продолжить. Сложно. Так, что у нас тут? Анализируйте растения в полевой лаборатории, чтобы узнать их. Выдернув растения, можно получить ресурсы. Логично. Так. Конец странствия. На протяжении двух поколений наше племя жило в оазисе, укрытом от опасности внешнего мира. Но, как это и бывает, нам пришлось покинуть свой дом. Ладно. Добыть воды. Чтобы выжить, вашим горожанам нужна чистая вода. Чтобы ее добыть, постройте мостки. Горожане смогут набирать токсичную воду из озера в специальные баки. Все добываемые ресурсы необходимо где-то хранить. Понятно. Найдите камеру в дождевую. А, так вот. Угу. И куда? А, о, сюда. Так, можно построить свой бассейн, да? Поближе, да? Мостки. Так, резервуар хранится. Вода чистая. Я ее сюда поставлю. Тут вот. Два резервуара. И дорожки. Что, все пришло ему? Так, если хотите, ход времени можно ускорить. Не хочу. О, сколько все идет. Водонапорная башня, очистной бассейн. Ну, давайте ускорим. Чуть-чуть. Так. Вода – залог жизни. Теперь у нас есть инфраструктура для очистки воды, а заодно система ирригации.
тебя. Посидите. Еще один бассейн. Ну давайте. Это ваше. Там, в Ютубе потом. Я же записываю. Соберите 20 единиц чистой воды. А у нас сколько? А у нас не сколько. А у нас не сколько. А у нас не сколько. А, вот он делает. О, собрали водички. Наше племя слишком долго жило под открытым небом, защищаясь от поверхностей стихии лишь тканым пологом. Пришло время обеспечить наших соплеменников экологичными жилыми постройками. Ну давайте. Ресурсы добываем. Что-то далеко. А, ну вот он сходит. Так, нам надо построить склад, да? Давайте построим. Ага. Так.
Ну, посмотрим, что получится. Так, чтобы создать приличные условия жизни и защищаться от непогоды горожанам, нужно крыша над головой. Ваши горожане будут регулярно наведываться в свои жилища, чтобы есть, пить и спать. Так что расположение домов имеет важное стратегическое значение. Дома следует располагать в радиусе охвата погреба. Каменный дом, каменный дом, каменный дом, а вот погреб. Давайте погреб построим. Дорожку все присмотрим. Типическая башня. О, тоже нужна вещь. Районе как раз он их это строит, да? Правильно. Так, если мы сюда, начало нового цикла. А, погода.
Еды мало. Еда, еда, еда. Зато воды достаточно. Не склада. Что не относится? Не цепляет типа или что? Вроде выводит. Давай еще один построю. Так. Наверняка, да. Ну да, получается, не цепляет. Похоже. Что ты мне пишешь, музыку по духу включаешь? Так. Пища, что мы захватить с собой, иссякает. Но собирать, а уж тем более есть произрастающие здесь незнакомые плоды, опасно зайти. Я дал тебе, Феди.
Так, это значит, да? Так, полученный результат анализа. Протяните мне штучки и соберите 20 единиц. Где они? А вот в одиночестве строчки это расстояние. Через какое-то время вырастает снова.
Так, переработка ресурсов. Так, возьмите кухню. Кузня. Что еще? Так, это есть, да? Работа с некоторыми растениями, горожане могут получить раны. Необходимо анализировать растения, чтобы определять, какие из них могут быть опасны. Ну, к этим вообще нельзя подходить. Бездомный. Дом надо построить. Теряется. Сёма, иди маму, пожалуйста, позови. Позови. Она знает. Она знает. Давай, давай. Иди позови. Ну, типичная стратежка. По сути. Ничего такого, прям такого не видел.
Ну, кто мог подумать, что опасно. Что ты принес? Длинная страна написана. И что? Отнеси. Устроиться. Я думал, что так долго. Так. Тут он два граждана.
И осталось только блюдо. Что там? Кричишь? Ну, наконец-то. Теперь вы знаете, как обеспечивать потребности ваших горожан в еде и чистой воде. Иначе говоря, базовые потребности. Все охватывает дома. Сюда, наверное, да? Культурный сквер. Так. Всё. Декоративная наземная панель. И поставим. Парящий кристалл. Кубическая скульптура. Ну, давайте поставим. Что это? Уличный фонарь. Уличный фонарь. Птичье гнездо. А? Информационный указатель. Да. Солнцезащитный навес. О, этим вот он.
Знамя город. О, узнаешь. Постройте район для общения, это как бы. А, дорожку. Угу. Нравится. Разбирайте. Вот так. Такое свободно. Пожалуйста,
Поднимите уровень района до 200. Забыл, может ускориться. Состояние ваших граждан в значительной степени зависит от качества жилища. Так, значит, постройку горожан. Пушистый сад. О, рынок. Этого не было, да? Маленький фонтан. Исследовательский центр. О. Это нет, другое. А нет, такого нет, да? Исследовательского центра у нас нету.
Наверное, он забывает это. Темнели что-то рвали. Я тут думал, там башать, тут ну, квадрат какой-то. Это долго играем у меня.
Зов невидимого. Горожане заметили странный феномен. Строить исследовательский центр. Наука. Разумеется. Запущенные исследования в области технологий.
Сама. Иди маму позови. Опять. Да? А, нужно этот инструмент. Сама мудрость. Давайте. Так, где эта хижина? А вот. Вот мастерская долго. Нет, я не умею так разговаривать. Пожалуйста, с вас 3 копейки. Угу. Следуйте мерцающий источник света.
это типа мой старт уже. Путь туда, путь обратно. Стоп, должен 2, минимально 4. Ага. Сейчас. Мастерскую сюда вот будет строй. Отсюда не понял будущее. Показываю, сколько горожан здесь доступно. Это главный минус. И показываю, сколько горожан доступно. Сейчас без денег ничего. Нормально. А, потом только вот это. Выбрать несколько предметов. Вот. Вот. А, ну понятно, хочу вот эти деревья. Наша цель – странное свечение. Вам осталось провести пути еще 3 дня. Прежде чем вы доберетесь до точки назначения, тогда дорога обратно в городе мне 3 дня. Как долго. Зачем сюда 4 задача? Что там?
все, найти инструменты. У меня нет. Да. Не знаю, я ничего не могу исследовать. Все, блядь, инструменты. Да. Туда вот так. Инструменты прилететь. О, достигли. И получится следующий ресурс. А, надо опять, надо, да, трубу сидеть. Можно было исследовать его, я этот пробовать набрать нажал. Бак. То есть я что, блин, бак нашел? Я так понимаю, то странного свечения больше не будет.
А, вот он. Вот что нужно было. Здесь есть. Ждать теперь. Осталось времени 8 дней. Ну, так себе. Игра. Что ты подобрал? Скрижали. И сюда надо, да, прям. Подойдя к оазису, исследователи заметили между деревьями столбы и натянутые мостки. На них отдыхали какие-то животные с невероятно тонкими крыльями. Так, что там, разложить приманку?
Че? Ничего мне не надо. Ну, в смысле ничего не надо? Тебе обед завтра брать с тобой. Да. Да. Да, посмотрим, сынка, что там будет и все. Все. Победа. Все. Да, нету. Ну все, туда. Всем спасибо, всем пока.